Кто-то ушел на дно, а кому-то все равно. Погрустили, а завтра забыли, будто не были и не любили. Кто-то ушел наверх, то есть ушел навек, и следит, улыбаясь за нами, сквозь глаза наших воспоминаний. Так пускай наступает холодным рассветом. Возвращается в этой вселенной, возвращается к нам, запуская круги на воде. Ничего не проходит бесследно, ничего не проходит бесследно. Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год. Ничего не проходит.